Полетел себе хорошо. Никого не трогаю, лечу. Да я тоже, походу. Тормоза. Вот! Долети. Там кто-то желтый! Да просто катится как хочет. Да я ненавижу эту карту! Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Кратос и Медалист, и добро пожаловать, это русские дороги, спуск, всем будет больно, погнали, это будет жестко, потому что будет очень длинный спуск, 30 человек, максимально ущербно собранное тело и просто куча толкучки, ну, а все начинается. Как только максимально ущербно, просто, скажите, кто-нибудь, нет, тот, кто ехал сзади, он, в принципе, наверное, поехал нормально, тот, кто ехал спереди, они поулетали, нафиг. Мига ворвался. Просто... Да мне тут переехали, по голове проехали. Нет, тут на меня быкает кто-то. Мигать! А, там ускорение! Сука, твоя жопа мой домик, вон то место, ты пиздец. Как тебе жить в жопе, как в домике? Прикольно. Так. Это как в Рике и Морти бы... Это не Антон. Главное, чтобы был газ, да, Дима? Как в Рике и Морти были жопные хомяки, так и Медалист. Да, блин, я почти проехал, это нереально ехать, ну, ускорять тебя постоянно, но еще и длинное такое. Интересно. Ты же, может, там, ну, вместо ускорялки должны были быть стоперы, нет? Нет, это в параллельной вселенной какой-нибудь, тут могут быть стоперы, а у нас только хардкор. Самолеты полетели уже. Да ну ты в... Что это такое там? Дурак. Слышь, я забыл, как управлять. Да я тоже, бляха-муха, походу. Тормоза. Управлять, пробел. Вот, ты кто такой? Зачем ты так поступил? Да, Мика, я там сверху тебя пролетел, о, как долбоеб. Пацаны долбоеб. Идеально полетели. Ой-ой-ой. Трындец. Сейчас как бахнет. О, я выжил. Нет! Я выжил. Козлина тупорылая! Нет, сука, у меня же начали восстанавливаться нервные клетки. Все было в порядке, сука. Ты с палником. Да ну на меня... Да ты шатила, ты мрачная, ну нахрена ты вот эту жизнь, а то не портишь так. Задолбали, пельмени в страху пихают. Жертвы хаотичной репликации хромосом, это вот кто нафиг. Нихера ты. Летают, хрен ли они летают снизу. Переведи, пожалуйста, уебать. Именно, Дима, правильно. Чё, я понял, а тут что-то там это, жертва. Барт, иди в жопу. Задолбали они цеплять меня. Да сука. Хорошо пошел, хорошо пошел. Нет, не стоит от Кратоса, мне Барт уже второй раз поднасрал. И причем сам, походу, пройти не мог. Угу. Скоро я. Нет, ты меня слышишь, да? О, да я прекрасно оно слышу. Оно летит на самолете. И оно, ребят, меня сбивает уже второй раз специально. А что вы сразу не сказали, что мы сегодня, ну, занимаемся? Там кто-то желтый. О, бля. Это Антон, это походу. Ты что ли сделал, бля? Да, я убиваю всех. Ты мразь. Иман пули повылетали. Иман, а как тут вообще стабилизироваться? А вот так, кстати, можно там. Вообще, ой, тут вообще можно стабилизироваться? Я на этой машине работаю курьером. Да. Я перевожу мать. Прыгаю, как боженька. Трындец. По-братски. Для майнеров. Макбук? Маршмачок. О, засейвился. Материнские платы перевожу. Тормози сделай. Полетели. Потому что мать это святое. Конечно, это правильно. Святое. Согласен. Ну, тормоза, сделай тормоза, ну пожалуйста. Ну, началось, трындец, прицесть, я боковая, не надо мне такого. Да, засейвился. Нет, не засейвился. Как ее засейвить-то? О, на крыше-то она побезопаснее будет кататься. Спасибо, желтый черкаш! Бляха, ты, муха, она просто катится как хочет. Да куда ты укатил? Вот камера перекувыркнулась, я ничего не увидел. 9 человек прошли уже вниз. 9 человек. Лямчик третью тачку же скипает. Я офигею. А чё я очкую? Я же нормальный ездок. Потому что ты трус. Не-не, я разворачиваюсь. Блин, я очкую уже на конце, что ли? Кажется, зря я это сказал. Не, ты пройдешь, наверное. Не, я прошел. А то я 100 лет бы спускался задом наперед. Скоро? Это жопа. Спустя 9 минут, первый чекпоинт. А и здесь, да хрена, 34 чекпоинта. Значит, Дима умножение считает, что на каждый чек у тебя будет уходить по 9 минут. Ну а вдруг сейчас скорая быстро пойдет. Дима, ты физру. Я поехал, куляхал. Скорая, это очко мамонта. Скорая там вообще ужасно просто. О, Димон, привет. Бомжара полетел, носки летают. Пацаны, чей носок полетел? Ебать же беду, ты чё? А бомжара полетел, ты это о ком? Не обо мне случайно?
Упали. Вообще-то бомжары на рейндж-роверах по Москве не ездят, если что. Рейндж-ровер — дешевая машина. Так, у меня скорая помощь. Антон, конечно, ты какой едешь? Вот Митсубиси, это у нас премиум класс. Помню, на Рублевку проезжаю, а там все на Митсубиси катаются. На Эвик, да? Что не тачка, то Митсубиси. Или на Опеле, едут на Опеле и думают, блядь, жизнь удалась. Завтра себе, блядь, Солярис кредит возьму. Все, блядь, у меня в жизни складывается. Куда бы деньги инвестировать, блядь? Помощник, блядь. Я просто хотел запрыгнуть в твой кузовок, блядь. На чужой кузовок не разливай кузовок, понял? Вау, это было... Ну, если кузовок не против, то, в принципе, можно. Конечно. Дима, в мой кузовок тебе всегда дороги открыты. Ого. Блядь. Сейчас прям приревновал. Да почему у меня жопа поднимается постоянно? Че за прикол? Ну, наверное, может, ты как кот готов, если по жопе. Да нет, я, блин, прыгаю, блин, у меня жопа поднимается, я котрельчиками контролирую. Да пошел ты в жопу, блин, только не в мою. Да он врезается, блин, в мою будку. Че ему надо? Не трогай мою будку. Пиздец, ему уже в будку врезаются. Да ну че ему надо от твоей будки-то? Телегу, сука, залетел. Разбегу. Сейвис, сейвис! Засейвился! Засейвился! Давай, давай! Сейвись! Сейвись! Спасибо, блядь! Видали, ты такой послушный? Пожалуйста! А чё ему? Нет, моя задача, чтобы теперь быстро прошел квантумет. Потому что квантумет сегодня, бля, амбассадор моего... Нет! Ой, спасибо тебе, буферная ты моя зона! Кто бы ты... Кто ты? Спасибо, Киллджойс! Я прошел эту долбаную скорую помощь. Парт на белый, это хуй вроде, на УАЗике, он тебя трахал, когда ты был на скорой. Вот, я поэтому... О, у меня Поршик. Нормальный Поршик, едем дальше. Полетел. Все, не джмень там стоит. Давай! Пошел, хорошо как! Ой-ой-ой, как пошло! Нет, лежи. Вот не так. Буду. Ну, за чё? Ну, пожалуйста. Фу, блядь. Пожалуйста. Фу, блядь. Скорая, пожалуй. Ну, нет, я прям в скорую лечу. Трын, да, нога. Банда колес просто едет. Едет? Долети. Да ты чё такая-то гадкая-то? Совсем сильно. Ух ты ж, блин, как же сложно ездить среди злых людей некачественных. Я Паршак, просто понимаешь, мне Барт мешал очень существенно пару раз. Антон Кратос, где ты? Я улетел. Я ищу Антона Кратоса. Сейчас я ему устрою, блядь, коллаборацию. О, он пытался мне устроить коллаборацию с своим самолетом, но я отказался. И получилось. Димон, на скорой просто лети, блядь. Что происходит? Хорошо. Она летающая, Димон. Хоть бы в меня не влетел никто. Да, припаску надо водить? Не-не-не, просто в воздух. А Изак мне не забудь. А Изак. У зажимаешь и все. Бабувикс. Вот это тоже надо. Так, полетели. Не бои. А тут какие-то помойки туристические. Меня перегоняют на Поршике. Мне как-то стыдно за себя. Охренеть. Это, наверное, Поршик. Какая-то это реплика, походу. Не-не-не-не-не. Нифиге плика. А ты попробуй все, прошел. Фух. Да? Ты прошел Поршик. Говорят, помогает. Ты что, биллионер? Биллионер? Нормально ты закинул. О нет, скорая помощь, за что так мне больно? Блять, я заебался экстренными тормозами пользоваться, пи***ц, у меня чисто поезд. Дима, чисто этот рычаг, блять, без остановки. А можно как-то на быструю кнопку зарегистрировать? А сейчас прикинь, ты случайно нажмешь... Да. А на самом деле случайность это не случайность. Кто вам сказал, что это будет случайно? Как бы все, прогнозировал ситуацию. Да, все типа, ну понятно, ты нас кинул. Да, скамер, заскамили у лоха, понятно. Да хватит. Кататься, блядь. Тут миллион таких же катающихся. Опа, я жив. Нет, там скорая катится. Да куда ж ты полетел? Трындец. И все это нереально. Уезжаем отсюда. Вот, блядь, какой у тебя чеп? Я не могу пока посмотреть, попозже скажу тебе. Хорошо. У него на один меньше, чем у меня. Там уже эти самые Бэтмены летают. У Данила 8-й, у 9-й. О нет, 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 о нет.
Понят! Ой, бляха-муха, тут... Раз я амбассадора своего сна, блядь, не выберу. Есть, я скипнул эту хрень. Слетчик, как дела у тебя? На скорости гони, Димон, и притормаживай. Знаете, какая у меня машина? Я туристов тоже повез. В Голливуд. Молодец. Я в Макдональдсе бываю только когда с медалистом встречаюсь. И он сам заезжает на Рейндж-Ровере. О, такой он пиздбол, слышь. Просто там... Хавает на мышу. Да. Тут он начинает. У него любимое меню. Короче, мы с ним как-то подъезжаем к Маку. А его, блядь, сдали нахуй. Говорят, вам как обычно. Типа не то, что он там квадрумец. А ничего, стоп. А ничего, что мы подъезжаем всегда в автомобильный Макдональдс, и медалист сидит со стороны того микрофона. И кого узнали, получается... Да, но там рядом квантумец, короче, и они сразу с ним начинают разговаривать, типа, понял, на меня вообще внимания не обращают. Да, при том, что медалист у микрофона сидит, разговаривает со мной. Чё ты, Димон, врёшь, да, это самое, как знамеру. Да, я сижу, разговариваю, записываю видео, а он выходит и начинает с ним пи***ть. Ну так, давайте мне как обычно, этого чуху не слушайте, сейчас я все сам расскажу. Очень сильно похоже на меня. 27 минут, у меня 13 чекпоинт. Энди, вот это мне предлагают. Ты меня мразь! Бляха ты, муха! Чё сказать, ничего не могу сказать, что типа осуждаю, не осуждаю, потому что я тут как бы с ним согласен. Просто если я, слышь, 4 года всем говорил, что у меня 21.00 по Москве... Неужели эту хрень пройду сейчас? 20.00 по Киеву стрим, ребята, не забывай. Да, у меня такие... Да ну как так, бляха ты, муха, это самая грёбаная машина. Это самая грёбаная машина. Я прошёл эту хрень фарш... Ура! Ура! Она не взорвалась. Спасибо, что она не взорвалась. Я эту хрень прошёл долбучую. Ватом прошел. Чисто прошел. Сколько, блин, ты говорил по 9 минут, я эту хрень проходил минут, наверное, 20. Два часика, это хорошее дело. Это очень хорошее дело, прям чрезвычайно хорошее. Тебе повезло, что ты вышел, блин, просто везучий человек. Антон, у тебя какая машина? Ты ски... А, выкинул. Фрикравлер, да, это, наверное, называется? Да. О, у меня руйнер ржавый, вот это уже будет приятно на этом ехать. Это приятно, это хорошо. Какая у тебя сейчас тачка? Да долбанный руйнер у меня. Проходимый? Нифига он не проходимый. Ну он проходимый, пока ты в волну попадаешь. Когда в волну не попадаешь, тогда и жопа начинается. Фух. Хорошо, хоть он не взорвался, я прошел. Долбаная ты отвратительная машина. У тебя остается всего ничего. Да, всего ничего, 18 чекпоинт, сейчас 19 будет. Ой, у меня хорошая машина. Не знаю, что за тачка, я на такой еще не ездил. Слушай, хорошо иду. Очень хорошо иду. Просто... Только не взорвись. Только не взорвись. Большего от тебя и не требует. Блин. А могла все взорваться, я прошел ее. Так, 22-й чекпоинт у меня. Ты прям ускорился очень-очень. Начало было, кончало походу не будет. О, на Бэткар. Ну это будет легко. Изи каточка. Бэткар это всегда хорошо. Куда я лечу, вопрос, попаду я сейчас или нет? А я, кстати, попал. Ой, ну ты могла бы просто чик и остановиться. О, вот это хорошо я попадаю. Еще и волну, ого-го. Новая волна. Вот, мне нравится, просто Бэтмен офигительный. И Бэтмен идеален. Все, прошел Бэтмена. Димон, 25-й чек. Он вот офигенно, раз, два, и все волну прошел. Форсажка, я офигею. Так все хорошо было у меня, пока не началась форсажка в жизни моей. Ужасная машина. Почему ты врезаешься так странно во все? Ты же огромная, колеса огромные. Взял, попрыгал и пошел. Ну вот что ты устроила мне тут? Зачем мне это? Чувак, я тебя не хочу бить. Но придется, походу, это самозащита. А, он меня пропускает. Ладно, я поехал потихоньку. Ой, блин. Ну вот, да, я Саша, даже ты не виноват, поэтому я ничего не буду я говорить. Тоже упал, бляха, муха. Я, короче, прошел эту хрень. Давай! Я сейчас взорву. Я сейчас взорвусь, нафиг, я не взорвался. Рот он мне порвет, тут начинает. Не буду тебе рот рвать. Не надо, твой рот мне еще нужен целый. Это сейчас, наверное, странно прозвучало, не в том смысле, о котором вы подумали. Чего? Ну зачем ты с порватым ртом? Не, а чё рот горло надо? Я ж горлом звуки издаю. Ну вот тогда вы, горло тебе нужно, рот тогда не нужен. 28-й чекпоинт. Что за машина? Ой, очередное, блин, издевательство лоурайдерское. Я почти прошел эту хрень мрачную, грустную, страшную, прыгучую.
Бедный Антон, я прошу. Да почему я так финиширую-то, блин, приезжаю вниз? Антон не голодает, у него все хорошо, его кормят 4 раза в день, наверное. Ну вот поэтому я... Хаммер. У меня Хаммер. Опять длиннобазная машина, мне кажется, это опять очко будет. Это вот как вот та вот экскурсионная дичь. Надеюсь, что это не такая же дичь, надеюсь, что поадекватнее будет. Зачем же так сложно-то, вопрос? Ага, виу-виу тебе. Мозов. О, нет, о, нет. Скорая летит. Скорая летит, скорая летит. А что ты так хорошо полетел, плохо полетел? А можно получше? Да нет, скорая летит. И Мика заходит такой чисто на скорую. Блин, да, нет, да, нет, нет, да, да лечу я хорошо. Слушай, блин, я лечу реально нормально, только жопу подкидывает, аж страшно. Ну, блин, что жопа жопе. 35 минут, у меня мозг плывет. Ты прошел? А? Я ты прошел? Сейчас пройду, если не взорвусь, конечно, опять кто-то не чинит. Как раз ты успел. Давай, вперед. Я просто чуваков тут выбиваю, чего они, чего вы стоите здесь? Прошли давно уже, да? Молодцы. Да, 75 минут, у меня 33-й чекпоинт, сейчас будет 34-й. Антон, мне остался буквально последний рывок и все. Конечно, я не понимаю, почему ты на фрикрауле сидишь до сих пор. Очень жалко мне тебя. Вот меня? Что я. Конечно. Меня жалко. Я тут пытался, сидишь. Но мне не получилось. Надо было Мишу позвать сюда на этот спуск. Он бы вообще, наверное, обрадовался. Сказал бы спасибо вам, господа, большое, что мне позвали на такое восхитительное нафиг дело. Пошли. Именно. Братки, только не на гребень. Только не на гребень волны. Вот это хорошо, хорошо. Кто-то внизу желтенький едет. Гребень нафиг. Привет, чувачок, шашлычок. Езжай спокойно с миром. А я полетел себе хорошо. Никого не трогаю, лечу. А, ах, да, ты... осуждаю. Нет тут самолетов. Спасибо большое. Это не. Бляха, муха, я проехал. Спасибо. Я какой шестой приехал? Стой, да, шестой. Братик, стой, а я финишировал стой, уже. Стой, я хочу с тобой. Нет. Чё нафиг? Хочу с тобой финишировать, ладно. Я взорвался, мне что, заново ехать? Да у меня читеры взорвали, походу. Мне теперь заново ехать. Ты не финишировал? Нет, я не финишировал. Не долечу, да? Не долечу, бляха-муха! Самолет, бомба, не долететь, да что за издевательство? Типа сейчас я еще раз взорвусь, да, хотите сказать? Да я ненавижу эту карту, бляха-муха! А я кое-что видел, а я знаю, где финиш. Там под платформой, я тебе говорю, там чекпоинт валялся, я его видел. В воде, что ли? Не-не-не-не, прям под платформой. Так спрыгни просто. И это вот эта шняга, это не он. Это, короче, кликбейт долбанный какой-то. Где-то вот здесь вот финиш, понял? Внизу под платформой. Как в него попасть? Ага! А, по рампе! А-а-а. Я тебе говорю, рампа нужна! Понятно. А вот они сразу, хлопчики, которые-то дела тестируют, все-то они знают. Я понял, хорошее было вот дело, особенно в конце. В общем, 90 минут ролик шел, это было ужасно больно. Это был спуск русской дороги, квантум медалист Кратос был с вами. Всем спасибо, всем пока.